Под ваши аплодисменты сотрудники компании Павел Сидоров и Александр Дуреев. Просим вас еще раз на эту сцену. Здрасте, это опять мы. Оркестр устойчивой производительности. Мы будем петь новогоднюю песню. Самую новогоднюю. До этого были не новогодние. Там будут такие слова. Оркестр гремит. Мы приглашаем наш оркестр добровольцев. Пожалуйста, нам нужны еще музыканты, пожалуйста. Подходите к нам, у нас здесь звук есть. А еще не можно? Еще есть такой инструмент, называется козу. Пойдем дальним. Козу. Надо говорить букву У. Раз. Если у вас нету дома, пожары не будут страшны, и жена не уйдет другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, и он не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит, поставим, трубач удувает лес. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нет тёти, то вам её не потерять. Оркестр гремит, поставим, трубач выдувает лес. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
Импровизированный хор, состоящий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Расширенный квартет. В общем, скажем так. А, мы собрали такой оркестр. Может быть, мы еще споем песню? Петь, да? Итак, кто считает, что нужно еще одну песенку? Включите. А, да! Такой оркестр. Еще одна. Окей. А, это плясовая песня. Желающие могут под нее плясать. На ветерке, море выйдем по реке. А потом море мы переплывем, в Англию приедем, Ринго Стар встретим. Ринго Стар сгорает, что-нибудь такое, что богам не было покоя. А потом океан переплывем, штатами приедем, чтобы мы их встретим. Потом войти играет нам что-нибудь такое, чтобы нашим ушам не было покоя. А потом небо мы переплывем, на тот свет приедем, Боба Марли встретим. Марли Боб собирает нам что-нибудь такое, чтобы нашим сердцам не было покоя. А потом опять домой идти, да я рады с тобой. О, не мода по реке, в деревянном башмаке. Спасибо. Спасибо, дорогие, спасибо. Надеемся на будущие новые песни, композиции, которые воплотил этот новый ансамбль.